Урвал себе по дешевке монтажный ремень. Фирма Vertex Tool. Вот это мой первый ремень. Получилось, смотрю, захожу сегодня в магазин строительный, лежит. И видно, такой же припыленный, такой вид уже немножко непрезентабельный. Ну, посмотрел, прошивка такая. Отделений, то есть кобура мне самое главное, тоже под шуруповерт нужна была. Вот, куча отделений, здесь впереди, там, думаю, саморезики или что, инструмент. Потому что работаю сейчас сам. И то отвертку там где-то оставишь, то это, и потом ходишь ищешь. А так нож все положил, кстати, и все под рукой. Единственное, конечно, привыкнуть надо, где что лежит, и будет все классно. Поскольку товар залежавшийся был, по старой цене 933 вот за него отдал. И то, как отдал. Это вообще, это был подгон от тещи. Позвонил, говорю, мама, есть ремень такой. Вот. Расплачивался ее картой, она говорит, купи. Как, говорю, тебе же делаю. В комнатах я уже все поделал. Там посмотрю, если фотки есть, кину. Купить зятю бы такой ремешок. Ну, теща, конечно, соглашается. Короче, если инструмент для дела, она не отказывает. Молодец. Так что повезло. Еще говорю, а говорит, что так дорого? Говорю, по старой цене. Вот такой вот ремень. Ну, попользуюсь, посмотрю. Ну, на вид, вот, широкий, не давит, регулируется. В общем, ну, класс. Че, когда сам работаешь, всегда удобно. Сейчас вот покажу, как он на мне смотрится. Ремешок. Я сперва его думал, по неопытности думал, вот так вот его, а потом стоять. Так же ж неудобно. Его можно хоть на бок, хоть как, но самое удобное, чтобы это все хозяйство находилось, все эти кармашки находились спереди. Удобно, что застегнул, и вот все. Я ж говорю, ремень широкий, не давит, все дела. Так что, ну, не знаю, какие другие ремни, но я бы такой порекомендовал. Да, похоже на рекламу, но это не реклама, а я, как говорится, радуюсь своему такому приобретению. Ну, он поработал ей часик. И, ну, что я могу сказать? Ну, круто. Вот. Все под боком. Но есть такая привычка. То есть, нужно себя приучить. Взял. Вот подоконник рядом есть. Табуретка. Хочется положить потом. А, все равно здесь работаешь и возьмешь. Нифига. Только взял, сделал. Вот. Карандаш, допустим, да, приучился сюда. Рулетку не оставил на подоконнике, вот, а тоже прикрепил. Тоже шуруповерт, тот же нож, там, все, что, чем пользуюсь, надо себя приучить, чтобы это всегда было на месте. То есть взял отсюда, сюда положил, все. Потому что вот тоже вот так вот положил, потом елки-палки, возвращайся. А пока, если вот когда пользуешься этим правилом, все, у тебя весь инструмент под боком. То есть вообще вот эта беготня, просто она пропала. Так что учтите этот момент. Взяли на место, положили. Все, ну, это, как говорится, везде, когда везде порядок, то и всегда, как говорится, легче все найти. Вот такой вот совет с ремнем, что к ремню нужно привыкнуть, и всегда оно должно быть, как говорится, на месте. Тогда руки автоматически, не глядя, тянутся, достают, время экономится в разы. Вот такой вот совет.